Наркополицейские ликвидировали лабораторию по производству амфетамина. Цех организовал в своей двухкомнатной квартире нигде не работающий 30-летний ивановец. Оборудование и прекурсоры для производства наркотического вещества умелец-самоучка приобрел в Москве. А некоторые приспособления, с его слов, изготовил сам. В результате обследования жилища организатора подпольной лаборатории наркополицейские обнаружили и изъяли оборудование и химические ингредиенты, а также уже готовый к употреблению наркотик. Все улики направлены на исследование в экспертно-криминалистическое подразделение.